5 апреля в Комсомольском районе 65-летний местный житель поверил сообщению лжесотрудника банка о том, что неизвестные пытаются оформить на него кредит, и стал выполнять действия под указку звонившего. Сам того не подозревая, потерпевший перевел около 5 миллионов рублей на 30 с лишним телефонных номеров. А 80-летняя пенсионерка из Чебоксар, чтобы пресечь попытку взлома ее банковского счета, о чем ей сообщили по телефону, передала злоумышленникам все требуемые данные. В результате у нее было похищено 1 миллион 650 тысяч рублей. Сбережения также были переведены на неустановленные абонентские номера. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Всего 5 апреля в республике было зарегистрировано 15 преступлений, совершенных бесконтактным способом, в том числе 11 мошенничеств. Будьте бдительны и никому не сообщайте свои данные и реквизиты банковских карт.